언니처럼. 언니 얘기한다고 스포 생각했어. Хочу поступить на факультет телекоммуникаций и выбрал Манас, потому что тут очень престижно, аккуратно и чисто. Есть все условия обучения, и по словам моего брата, он обучался тут, закончил уже весь курс и сейчас работает на частном телеканале. И сам тоже интересуюсь. В будущем хочу открыть свою фотостудию. Я выбрал этот университет, потому что в этом университете много возможностей для абитуриентов и для студентов. И во-вторых, в этом университете учились мои много братьев, сестер, и они сейчас работают всяких там на разных сферах в своих профессиях. И для студентов тут много возможностей. И когда ты будешь поступать сюда, ты должен учиться усердно и усердно, чтобы добиться своего. Научный сюжет.